Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете вторую передачу из цикла «Красное на черном», и с вами снова Евгений Евгеньевич и Тимур, как водится, Кимович. Сегодня мы будем знакомить вас с творчеством замечательной немецкой группы «Ortlied». Название взято из стихотворения немецкого поэта 19 века Эдуарда Мёрике «Gesang Weylers», описывающего райский остров, где царит божественное согласие и правит гармония. Соответственно, музыканты предлагают своим слушателям своего рода убежище от несовершенств этого мира среди красот изобразительного искусства, поэзии и музыки. Если обратиться к статистике и конкретным терминам, то могу вам сообщить, что коллектив «Ortlied» является, с одной стороны, ярким представителем очередной, уже неизвестно какой по счету, волны европейского неофолка. В сложившейся обстановке, идя по дороге до этого истоптанной такими грандами, как Current 93, Death in June и Sol Invictus, о которых мы обязательно еще побеседуем в будущих программах, нужно иметь очень веские основания, собственно, на эту дорогу ступая. И вот Ortlied, на мой взгляд, именно та формация, которая имеет эти самые основания в полном объеме. В составе группы всегда было только два постоянных участника – Уве Нолте и Франк Махау, издающие все звуки, в том числе и поющие. Женские голоса, которые также можно услышать в записях Ortlied, принадлежат приглашенным певицам. Первый одноименный альбом Ortlied вышел спустя два года после образования коллектива в 1998 году. И давайте, наконец, послушаем немного музыки. Звучит песня «Der König, der Elfen» из этого альбома. Если называть вещи своими именами, я бы сказал, что дебютный альбом Ortlied и следующий за ним мини-альбом «Geheile Zeider Toten Name» — это только намек на то, что в скором времени эта группа начнет записывать замечательные альбомы. Альбом «Geheile Zeider Toten Name» имеет концептуальную симметричную кольцевую структуру. Из пяти треков, собственно, песен всего лишь две, треки номера 2 и 4 соответственно. В первом, третьем и пятом треках активно используются сэмплы, звуки маршей, выстрелы и амбиентные вставки. Одноименный первый трек символизирует панихиду или заупокойную молитву, на которой прославляются те самые имена павших героев. Примечателен финальный трек. Не следует забывать, что альбом выпущен в 1999 году, буквально по следам натовских бомбардировок Сербии. Неизвестный радиокомментатор задает вопрос аудитории. Скажите, кто из мировых лидеров последний раз бомбил Белград? Я даю вам подсказку. Это произошло в канун Пасхи. В свое время. Кто-кто? Нет. Это был Адольф Гитлер. Таким образом, к числу павших героев причислены в том числе и наши братья-сербы, погибшие от натовских бомб. Ладно, хватит о грустном. Представляем, наверное, самый динамичный трек в альбоме – «Инштурм». Мы слушаем музыку. Наверное, по счастливому стечению обстоятельств я в свое время приобщился к творчеству группы Ortlied посредством их второго полноформатного альбома «Nächtliche Jünger». И это был пусть и очередной, но все же нечастый случай любви с первого услышанного звука. Именно здесь, я считаю, Ortlied наконец предстали перед слушателем уже в качестве мощных, уверенных в себе артистов, осознавших свою силу и научившихся эту силу использовать. Меня удивило в частности то, насколько эта, по сути, очень простая и незатейливая музыка звучит мощно, честно, открыто, убедительно и невероятно, просто абсолютно красиво. Первой песней Ortlied, которую я услышал 9 лет назад и которая оказала на меня такое ошеломляющее воздействие, была «Эрсенгел Мишаэль». И, может быть, на кого-то из тех, кто слышит музыку этой группы впервые, она окажет такое же действие. Красная! На черном!
На мой взгляд, в данном альбоме напряжение, заметное еще по предыдущему релизу, несколько спадает. Звучание приобретает более личный и миролюбивый характер. Лично мне, кстати, больше всего в альбоме нравится одноименная песня «Нехлище Юнга», не в последнюю очередь благодаря партиям женского вокала. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем женский вокал будет играть в музыкальной палитре коллектива все более и более важную роль. В целом же, звучание группы в данном альбоме стало богаче, полифоничнее и плотнее. Это можно увидеть на примере еще одной композиции с этого релиза «Später Tag». Красная! На черном! Только через 4 года увидел свет следующий, третий альбом Орплет, названный «Штербендер Сатир». Времени прошло немало. В этот промежуток я как раз и познакомился с первыми пластинками группы, о которых мы сегодня уже беседовали. В общем, на самом деле это был очень волнительный момент. Первое прослушивание нового альбома группы, на который ты определенно возлагаешь надежды. И надо отметить, надежды оправдались. Альбом получился однозначно не менее сильным. Добавились электронные подложки, вокальные партии стали играть более существенную роль, раскрепостились, а мелодическая линия стала более второстепенной, выполняя на этот раз функцию опоры подложки. Сейчас вашему вниманию будет предложена композиция «Дизерей». Когда я ее переслушивал, мне почему-то вспомнилась «Лакримоза». Как ни странно, с чего все начиналось и чего мы от этой группы больше никогда не услышим. Я говорю о свободе музыкального самовыражения. Далеко не сразу, если быть честным, альбом предстал передо мной во всей красе. Мне реально для этого потребовалось время, так как он вовсе не звучит как продолжение линии предшественника. Вообще удивительно то, что работая в таком максимально консервативном жанре, как неофолк, Орплет умудряются каждый раз делать что-то новое и местами даже несколько огорошить своего слушателя. Я еще специально хочу отметить для наших слушателей, выбор тех или иных номеров, которые мы вам предлагаем послушать, обусловлен зачастую не столько их банальной хитовостью, сколько желанием продемонстрировать вам широту авторского размаха и глубину проработки коллективом выбранной темы. И в качестве подтверждения сказанного сейчас прозвучит композиция «Amels Abendgebet», которую сложно назвать запоминающейся, однако она позволяет нам взглянуть на творчество группы Орплет несколько в другой плоскости. На черном. Через год Орплет выпускают сборник с говорящим названием «Frühe Werke». Зная о том, каких высот группа Орплет достигнет в дальнейшем, сложно оценивать эту компиляцию, что называется, по гамбургскому счету. Нельзя сказать, что группа с первого раза задала для себя высочайшую планку. Скорее, это была весомая заявка, никоим образом не гарантировавшая взятие новых вершин. Как мы уже сегодня знаем, группа прошла славный путь, и за нее остается только порадоваться. А пока мы слушаем ранний материал. Он звучит до наивности прямолинейно. В том плане, что в дальнейшем группа перестала нуждаться в таких хрестоматийных и ни на грамм не метафоричных выразительных средствах. Плюс бросается в глаза вполне понятная и простительная ограниченность музыкального инструментария. Что неудивительно, поскольку музыканты делали лишь свои первые шаги на этом поприще. Впрочем, в чем уж Орплету не откажешь, так это в искренности и честности. Слушаем композицию «Ewig unbewegt». А вот здесь я позволю себе с моим коллегой не согласиться. Мне этот диск очень и очень нравится. Я слушаю его часто и с огромным удовольствием, наравне со вторым и третьим альбомом, которые, безусловно, для меня являются фаворитами. Да, эти записи намного проще в звучании, но вот это какая-то просто невозможная гармония звуков и абсолютная честность, они для меня решают все. Впрочем, в этом сборнике есть и совершенно жуткие, практически индустриальные номера, почти что в духе австрийского дуэта «Kreuzwe Kost», как, например, композиция «Барбаросса», которую мы сейчас будем слушать.
2008 году, всего через 2 года после невероятно сильного номерного альбома «Штербендер Сатир», выходит 4-й и последний на сегодняшний день номерной опус «Орплет», названный «Greifenherz». Вообще, по богатству звучания, этот альбом не имеет себе равных во всей дискографии группы. Кстати, в этом альбоме Орплет снова возвращается к образу Люцифера. Вспомним, что в первый раз его имя прозвучало в дебютном полноформатнике «Орплет». Вообще, размах, масштабность музыкального полотна просто потрясает и подавляет. От былой камерности не осталось и следа, музыка просто давит своей эпичностью и величием. Все сделано весомо и, что называется, по-взрослому. Наверное, все-таки можно сказать, что в этом альбоме как никогда широкое применение нашли электронные звуки. Некоторые композиции носят прямо-таки трип-хоповый характер, если можно так выразиться. Маршалл, впрочем, никуда не делся, просто сейчас он не является однозначной стилистической доминантой в творчестве группы. Позволю себе следующее наблюдение. Если ранние альбомы были больше ориентированы вовне, то данный материал в том числе включает в себя и взгляд внутрь себя. Отсюда и более доверительная атмосфера некоторых композиций. Материал достаточно разноплановый, поэтому выбрать какой-то характерный, ну или, скажем, самый лучший трек, было бы достаточно затруднительно. Наряду со спокойными композициями в альбоме присутствуют и агрессивные боевики. Вашему вниманию предлагается один из них – «Toten Asche», под звуки которого мы вас покидаем. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.